Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Киллер, Рекер, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здоров. Всем. Написали в комментариях одну из тем, чтобы мы записали злую бабку Гренни. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а пацаны должны в этой серии избежать, а я их должен не дать это сделать. Как только я слышу колокольчик, я убиваю двоих человек. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Пацаны, я услышал колокольчик, поэтому я иду мочить вас. Одного. И... Ах ты жопа, открой двери. И второго. Продолжаем. Ну какой фиг? Не нажимайте колокольчик. Извини. А я буду стоять прямо возле него и чекать. Так. Перепрыгивать надо. Ладно, давайте буду мочить того, кто нажимает. Так, я чекаю. Кто нажмет, убью. Вот молодец, вот молодец. Так, предметы собирайте. Вы должны отмычки все убирать. Убрать эти от дверей, тогда они откроются. Извини. Ты нажал. Я предметы могу удалять, давайте я поубираю их, чтобы они не нажимали на веревку. Давай, ты сможешь, я верю в тебя. Так. Так, эти предметы я не могу удалить, потому что они считаются сюжеткой карты. Так, давай. Нажал! Нажал. Нажимать нельзя. Отлично. И так еще разработчик классно сделал. О, убрали, молодцы. Разработчик сделал прикольно. Сделал так, что... Ах ты жопа, извини, я за него убил. Веревка сделана возле двери. Это есть прикольно. Я был. Ну блин, я увидел, что ты был рядом возле того, кто... Ладно, ты дурачок? Он, пацан, даже веревку не может перепрыгнуть. Я в тебе верю, ты сможешь. Она орёт как сильно. Ну а что ты поделаешь? Это злая бабка Гренни. Чуть-чуть бы и нажал, еще чуть-чуть. Ты везучий. Да. Да оставь ты в покое, может надо скрести с чем-то. Там еще есть этажи наверху. Так, отвертку принес. Или бутылка. Открой дверь. Ну за что? Так, двойной прыжок, молодец, использовал. Пикачу, красавчик. Ну скин у кого такой? Так, я двери эти... А, эти двери, кстати... Тут еще двери в подвал есть, вы же обратите внимание. О, нажал кто-то на колокольчик. Ах ты, дурачок, иди сюда. Ах ты, блин, Бенди, надо тебя замочить. Так, это я. Вот ты. Отлично. Не нажимай на канат. А в люльке ничего нет. А я не могу внизу невидимо вставать. Как ты дверь открыл эту? Ты чё, удалил? Да нет. А как ты открыл эту калитку? Я просто могу её открыть. Так, Бульбазавр, я за тобой слежу. А чё вы арбуз-то? Чё он делает? Не знаю. Даже если предметом кто-то нажмет, я его убью. Так. Я на луч. Сейчас арбуз накатится еще. А, тут же еще улица есть, я помню. На улице веревка есть. Надо пойти на улицу. А, блин, а что закрыто? Да что такое? Нажал! Извини, я хотел его убить одного. Стоять. Попал под горячую руку. Так, пацаны, а что там на улице у нас? О, колокольчик нажал кто-то, сейчас я кого-то убью. Ага, вот. Пикачу, иди сюда. Вот кого увижу первого, того и убью. Так, там мухи летают на улице. О, привет! Пока. Да ну что ж вы... Ну не жмите на эти штуковины.
веревку трогаете. Тут предметы же есть еще, смотрите. Вы открывали шкафчики на кухне? А что, можно их? Ну да, тут еще предметы должны вроде быть. Ой, микроволновка заискрила. Вот предмет. Я нашел другую комнату. Колокольчик что-то, пацаны, вы не нажимаете. Надо вас убить. Так, будешь сейчас эту штуку тыкать, я убью. Я же злая бабка. Я нашел ключ. Да, блин. Так, что тут мухи летают? Прикольно разработчик сделал, мне нравится. Вот тут трупы или говнище. О, нашел какую-то штуковину. Ко мне. Молодец. Колокольчик нажал кто-то. А ну идите сюда. А ну иди. О, тебя убью. Вот кого вижу, того и убиваю. Да чё, я такой вышел. Так, а он нажал на колокольчик. А своими делами занимался. Бульбазавр, ты чё, мочишь? А ну иди сюда. О, нас пятеро, кто-то еще зашел, помогает им. Ой, здесь вообще прикольные звуки. Кстати, тут на улице тоже можно как-то будку открывать. Ладно, пацаны, давайте так, можно оружку использовать. Не, лучше не надо, давайте так. Ну, смотрите сами, я буду вас мочить. За тот раз, кто колокольчик нажал. О, привет. Пока. Ульба, иди ко мне. Колокольчик! Блин, классно. Это я, это я, это я. Ой. Уйди, уйди. Я злая бабка, заскриптована хожу. Был бы это сюжетка, я вас должен был уже убить всех, кто идет на пути это у меня. На улице, походу. Вот откуда это? Я за тобой слежу. Фига, ключи. Прощай. Привет, это я. Фига, здесь ключей наш. Ого, вы ключей понаходили, они что, не подходят? Один подошел, я уже... О, еще открылось. Я зеленый нашел, в арбузе. Давайте, еще одна отмычка. Еще ключ нашли? Миллион штук, что ли? В арбузе. Димас, в арбузе будет. Это был арбуз разбить? Не, там было как, знаешь, где в Средневековье, там, для проклятых, ну, которых наказывали. Ну, ты... Вольба. Где вставляли голову и там, опускали нож. Такой огромный. Не ты ко мне ключом в лицо. Чё это надо к тебе? Чё-то, пацаны, не работает, короче. А знаете почему? Потому что есть самый-самый верхний этаж, и там есть заныканные ключи, которые сюда подходят. А, нажал! Нажал. А ну-ка, надо прицелиться. Два раза там было, я помню. Я в канализации. В канализации? Да. Блин, да вы тут предметов натаскали. Кто нажал? Итикать! Понажимали итикать! Может, я забуду? Давайте попробуем удалить. А, оно не удаляется. Я нашел ключ. Я ножницы нашел. А, это чипсы. Ну зачем ты тарахтишь? Надо ключ найти. Вы что, забываете за колокольчик? Так, вот сейчас ты нажмешь, а я тебя убью. Дай синий ключ, скажи. Ну зачем? Вот давайте попробуем удалить. Фига у бабки гранит дом. А что, открывается? Смотрите, я удалил. Нет, не открывается? Вот тут это... Да! Что это было? А сейчас открывает... О! Не открывается. Открывается. Все, побежали все вместе. Сбегаем. С этого дома еще никто не сбегал. Я вас убил.
Давай, кто выходит? Давай, выходи. Нечестно. Как это нечестно? Все честно. Слышь, так нечестно. Нечестно. Здесь сват. Ух ты! 5000 жизней они могут вынести, позор. Мы сбежали. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!